Почти 300 жалоб на дороге оставили красноярцы в социальных сетях, согласно подсчетам Центра управления регионом. Треть из них связана с выбоинами. Сотрудники организации составили подробную инструкцию, как добиться ремонта проблемных участков. В следующем материале расскажем, что для этого нужно сделать. Какой участок могут отремонтировать? Проблемными считаются ямы глубже 5, длиннее 15 и шире 60 сантиметров. Также пожаловаться можно на колеи и волны на асфальте. Можно ли обратиться в мэрию? Да, сообщить о яме можно онлайн. Виртуальная приемная работает на сайте администрации Красноярска. Необходимо будет указать свои личные данные, описать проблему и приложить фотографии участка. В течение 30 дней департамент городского хозяйства обязан будет вам ответить. Обращение можно также отправить по почте в письменном виде. Занимается ли этой проблемой ГИБДД? ГИБДД следит за безопасностью на дорогах. Пожаловаться в эту службу также можно дистанционно. На официальном сайте в блоке «Сервисы» нужно написать обращение. В нем указать, где именно находится яма, и также прикрепить фото. После сотрудник ГИБДД приедет на место и проверит яму. Если она действительно есть, он выдаст собственнику дороги предписание отремонтировать участок. Куда еще можно обратиться? Яму можно отметить на специальной карте, которую запустил Общероссийский народный фронт. На этом сервисе необходимо зарегистрироваться, чтобы отправить свою жалобу. Модераторы проверят информацию о проблеме и передадут ее в ГИБДД. Сейчас на этом сайте уже отмечена 601 дорога Красноярска, и там можно проголосовать за самый проблемный участок. Как считают активисты, так можно повлиять на включение его в план ремонта. Помогают ли жалобы на личных страницах в социальных сетях? Если вы сделаете пост о яме на личной открытой странице или оставите комментарий в одном из городских сообществ, система «Инцидент менеджмент» зафиксирует жалобу. Сотрудники Краевого центра управления регионом передадут ее в департамент городского хозяйства и проконтролируют исполнение. В среднем ответы пользователи получают за 77 минут.